Всем привет, ребята! А перед просмотром я хотел бы вам напомнить то, что если на этой серии наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня, вечером, в 7 часов по Москве. Я действительно вам благодарен за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. Я отдельно каждому благодарен и благодарен за то, что вы принимаете участие в обсуждении нового видео. Но лишний лайк, как говорится, не помешает. И за это вам действительно, ребята, еще отдельная благодарность. Поэтому ставьте лайки, если набираем нужное количество, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы дальше или полетим прокачивать нашу команду, или, так как мы планировали, пойти... И немного поискать Иви. Я надеюсь, что мы ее найдем. Да, места у нас, конечно, нифига уже нету. Так. Полетели тогда куда-то в ту сторону. Да, давайте в ту сторону полетим. Там как раз есть большие леса. И поэтому даже можно посмотреть, вдруг какой-то босс заспавнится или же шайни. Полетели. Вот твою ж капут, никак сказать не могу. Полетели, во. Чё-то я немного сонный или что фиг его знает. Так, ребята, пока мы еще не выложили эту команду в компьютер, потому что это, можно сказать, один... О, босс. Один из последних покемонов, на котором мы можем летать. То есть еще кто остался? Вот Аэродактиль. Только не Диглет, пожалуйста. Твою ж, нужно было сначала, наверное, смотреть, кто это. Остался вот этот Аэродактиль, что сейчас мы на нем летаем. И также Билдум, которого мы сможем прокачать. Но он не сможет летать с самого начала, так как сейчас мы летаем на Аэродактиле, да? Только не Диглет, пожалуйста. Когда, о, более-менее. Так. Отлично. О, как раз, ребята, сейчас... Нифига себе. Как раз сейчас так полетаем, знаете, и... Нифига себе. Полетаем и немного поищем боссов. Охренеть. Вот другое дело. Так. Нифига себе. Сейчас еще бы вот это все пособирать, выкинуть то, что нам нафиг не нужно. Так, давайте тогда откроем вот это и поскладываем туда то, что нам не нужно. Вот так, отлично. И вот это выкинем. Нифига себе, кадабра мощная, да? Мощный, фиг его знает. Так, ну что, полетели дальше. В какую сторону мы летим? Ну, в принципе, да, давайте туда, пока еще ночь не наступила. Куда-то вот туда. Я не знаю, ночь... Ну, еще нет, еще не будет, но все же можно немного поторопиться куда-то в ту сторону полететь. Ребята, нам нужно еще 5 Иви найти, это не так уж и мало, 5 Иви. Поэтому, ребята, нужно искать, и также уже нужно браться за Мьюту, за Поригона. Ну, насчет Райквазы, ребята, я, если честно, вообще не в курсе, как мы ее будем искать. Наверное, говорю, просто выжидать ее не знаю сколько времени, чтобы она заспавнилась. Ну, наверное, ребята, докачивать мы эту команду не будем до тех пор, пока не найдем Иви, потому что так летать нужно, и более-менее мы так быстрее ее найдем, мне так кажется. Так. Пиджей, ну, фиг его знает. Убиваем, не убиваем. Сейчас его еще в этом огромнейшем лесу найти нужно. А чё, Иви тут спамится? Она начала вот тут спамиться в этом... Охренеть, ребята, я извиняюсь, если я немного туплю, но я вообще не в курсе был. Я думал, она в обычном лесу спамится. Ты... Я же даже смотрел на... Ну, на всяких сайтах, да, где кто спамится. Да мне и люди пишут, где кто спамится. Да, в принципе, это она всегда в обычном лесу спамилась. Но, как вы видите... Офигеть, но зато их тут я... Я просто кучу вижу. Так, одну мы словили. Замечательно. Еще 4. Как... Ночь пока что не наступай, не наступай. Хотя, они же ночью не спали. О, я там покебол вижу на дереве.
Но сначала, мне кажется, лучше Иви словить, их там как раз 5 штук, в общем, даже уже больше. Ладно, давайте. И боссы. Опа. О, с покебола покебол. Замечательно. Так, главное еще не бабахнуться. Иви, иди-ка ты сюда. О, нифига, как-то кинул или залагал, или мне показалось. Level Ball. Это третья Иви, если, ребята, сейчас словим все 5 Иви, это просто офигенно будет, честное слово. Ну, пожалуйста, ну, я знаю, что ты любишь повыкобыливаться, ты же Иви, я в курсе. Но не будь сейчас тварюшкой такой маленькой, я... Ну, перед тобой две Иви залезли в этот, в покебол с первого раза, а вот ты 12 уровень никак. Никак, не надумаешь, нет. Ну, пожалуйста. О, ну. Ну, нужно ее немного поуговаривать. Поговорить с ней. Может, ей скучно. А мы сразу такие пришли. Ну, чё, Иви, давай сразу залазь в покебол. Без разговоров, да? А может, она поразговаривать хочет. Или еще что-то. Да ну, пропали. Там две штуки были и пропали. А нам как раз нужна еще одна Иви. Еще одна Иви! Пожалуйста! Может, они как раз пропали из-за того, что вот сейчас уже закат, а они на закате не спавнятся, и так сразу две штуки пропали, и их убили, или фиг его знает, или просто отошли куда-то вперед. Но, что мне кажется, сейчас они спавниться уже больше не будут. Поэтому, ребята, придем мы днем сюда. Нужно запомнить где-то. И прийти утром сюда. Так. И доловить уже последнюю Иви. Чё я нажимаю? Чё-то... Во. Так, отлично. И еще раз. Отлично. Так, ничего не выпало. Чё-то мне кажется, или глючит немного. Это может тут... Около леса опять глючит, фиг его знает почему. Так, куда нам нужно идти? Ну, я вижу там босс... Ну да, он в земле. Мне так кажется. Так, что ты глючишь, а, зараза? А, вот тут уже нет. Так, ребята, сейчас поспим и сразу же бежим ловить еще одну Иви. Нам еще одну Иви нужно. Сколько мы словили? Мы словили 4 штуки, да? 1, 2, 3, 4. То есть, смотрите, дайте я вспомню. Глассион, Флореон, Амбрион, Лифион, если я помню, как он называется. И Вапурион. Эспион у нас есть, и Желтион у нас есть. Отлично. Да, в принципе, еще одна Иви осталась. Ух, офигеть. Так сразу столько Иви словили, да? Так, сейчас давайте пока что поскладываем вот это все сюда, сюда. Потом еще вот это. Сюда сейчас. Еще вот это. Сюда это. Это, отлично. И вот все, да, и вот все. И вот так. Сейчас. А, смотрите, что я еще хочу посмотреть. Точно, мне кто-то сказал, можно смотреть, кого у нас не хватает. Кого у нас не хватает по номеру ID. 013. 013, ребята, сейчас секундочку, я зайду сюда и посмотрю, где мне тут написали. И сайт даже скинули. Как тут можно посмотреть? 013, кто это у нас? Ну, грузистый сайт. Во. 0... Сейчас, секундочку, ребята. 013. Грузится. 013. Точно, видло. У нас видло не хватает. Там же у нас есть и вторая эволюция, да? Но все же потом нужно будет словить. 015. Кто это? 0.15, бедрил, ну да. То есть посмотрите, ребята, какуна у нас есть, потом бедрил, нужно все-таки действительно... О, там шани. Спи... А, твою ж. Нужно действительно видло словить. Не какуну, а видло. Я почему-то как-то затупил немного, что словил видло. Что словил какуну. Так, ну это понятно кто. 0.28. Сейчас, ребята, просто нужно посмотреть. 0.28 это... А, ну... Понятно, это следующая его эволюция. Так, сейчас. Ну, это тоже понятно.
Это тоже потом на 0.39. Во. 0.39. Это кто? Jigglypuff. Ну, в принципе, да. Так, потом Парас, Парасект, Псайдак, Голдак, Манки, Праймейп. Это понятно. Потом Абракадабра. Абракадабра. Потом кто? Какой? Мачоп, Мачок, Мачамп, Абракадабра. А вот тут я не представляю. 0.65. Точно, Алаказам. Вот я затупил. Точно, Алаказам. Потом. Вот тут 0.72. Виктори Белл, потом идет Джиодуд. Значит, там у нас кого-то не хватает. Вы что, издеваетесь? Тентакул? У нас нет... Вы что, дебилы? Что ли? А, нет, 0.67. Вот. Ча. 0.72 Тентакул? А 0.73 тогда кто, мне интересно, ребята? Я просто тут сейчас смотрю, извиняюсь. Тентакул и Тентакруэль. Вы что, издеваетесь? У нас же, мы же качали Тентакула. Что за хрень? Не Тентакул. Ща, если нету, то я тогда вообще с ума сойду. Даже помню, мы его ловили. Еще и шайни при том я помню. Или я тогда, не знаю, спать очень хотел, и потом мне приснилось это. Да ну нахрен, я не верю, что у нас его нету. Это один из таких самых покемонов, которые ловятся на самом начале. Четвертой нету. В пятой 100% нету, потому что если мы его ловили, то тогда раньше. В третьей, сейчас, ребята, нужно посмотреть внимательно. Охренеть, я его что-то действительно не вижу. Я же помню, он у нас шайни был, я офигеть. У нас, ребята, Тентакула нету. Как? Это просто смешно даже. Ладно, ща, Тентакула нету, Тентакул, Видл. Это просто сдуреть можно. Ща, нужно, ребята, это смотреть. Джиодуд, ну, Гравеллер, Голем. Ну, это понятно, тут тоже понятно, тут тоже понятно, тут тоже понятно, тут тоже понятно, кто. Гастли, Хантер, Генгер, Дроузи, Гипно, Краби, Киллер, Волторп, тоже понятно, Кьюбон, понятно, Коффин, Крайхорн, Хорси, Голдин, Старью. Ну ладно, это потом нужно посмотреть, но то, что Тентакруэля, Тентакула у нас нет, это вообще с ума сойти. Так, ладно. Пока что, ребята, давайте о другом. Минус 780, минус 600, минус... Я про... Минус 780, 75, минус 600. Твою ж фуражку! Чё-то я опять не то написал. 800, минус 700. Вот, ладно. Пока подождём. Тентакула, ребята, мы же сможем словить любое время. Ну как, на острове, да, когда будем на острове, тогда мы его и словим. Потом, кто еще? Ну, Видла это такое. Я не знаю, стоит ли его вообще ловить. Только для того, чтобы был заполнен Покедекс. А так? Так, ну что там, не убьешься? 875 минус 700. Да вы издеваетесь. Фу, хоть не убились. Так, кто? Иви есть. Отлично. Так. Вот. Еще, ребята, мы полетим. Опа. И давай. Иви, заспамься, пожалуйста. Тогда вас штук там не знаю сколько заспамилось, но мы не успели вас всех словить. Еще одна. Ну еще одна. И все. И мы отстанем. И больше нам не нужно Иви. Одна штучка. О. Отлично, вот как раз. Если мы тебя еще сейчас словим, это будет вообще офигенно. Так, ты где? О, вижу. Опа. Level ball. Ну? Ну? Ну, словись. Ну, с первого раза. Ну, вот ты. Последний level ball остался. Пожалуйста, ну, Иви, ну, будь... Я не знаю, кто ты там...
хорошенькой. Пожалуйста. Твою ж фуражку, а. Так, ну, залезай в ультрабол. Сейчас прикиньте, если она вообще ловится. Не будете, нужно ее будет мастерболом ловить. Что, в принципе, так и будет. Давайте еще. Два ультрабола, ребята. Баскетболом нету смысла. Два ультрабола, если нет, ладно. Последняя Иви такая, знаете что, нужно будет на нее мастербол потратить 100%. Да ну нафиг. Залазь, короче, ладно. Последняя Иви, пускай. Ну? Отлично. Все. 5 Иви. Офигеть. Быстрый. Куда? Минус 840, 75, 1412. Твою ж мать, вас еще не задолбало вот этот баг? Как меня вот эта хрень бесит. Почему вообще вот этот баг случается? Это секрет. Ну ладно, сейчас, ребята. Так, ребята, я перезашел. Сейчас в первую очередь нужно проверить, не заглючила ли команда. Заглючила. Или нет? Не, если мы получаем урон, то это уже значит, что не заглючило. Так, отлично. Ребята, тогда сейчас прокачаем нашему хитмончану уровней так 5, если у нас получится. Так, тогда ладно. Майнуна тоже можно. Ну, в том смысле, что хитмончан там не совсем... Ой, твою ж. Да ты чё, прикалываешься? Не совсем там тянет, поэтому... Опа. Так, сейчас. Это тогда, это сюда. Это так, и вот сюда. Замечательно. Так, ну что? Хитмончан. Бам. Ладно, лучше бы сразу на Майнуна переключились. Так, отлично, этого убили. Попади, отлично. А тогда сейчас, ребята, мы, в принципе, и Тентакула словим. Только его еще увидеть нужно. Их тут, ну, в принципе, да, куча. То есть, и тут всегда куча. Но сейчас, когда он нам нужен, то фиг мы его и найдем, да? Че, уже ночь? Тентакул. Вот он. Ты не успел сказать, не успел, прям капут. И сразу же он пропал. Ладно. О, вот, отлично. Еще прям так тут заспавнился. Я тебя вижу. Опа. Не пропадай. Не убегай, не уплывай, не еще что. Увидеть бы тебя еще было бы вообще замечательно. О. Уже даскболом, мне кажется, можно ловить уже сейчас ночь, да? Смотрим. Вдруг там сейчас 8 будет, да? Он нам очень нужен. Так, да чё ты, его. Не, ну в принципе, вдруг что будет по приколу. Не знаю, вроде нету. Отлично. Так, быстро, не можем ты пыхнуться, минус 80-712. Четвертых уровней. Так, где? Где? Вот. Что-то я смотрю так. Отлично. Быстро залазь. Пока еще босс. Там босс желтенький. Нам подойдет. Пожалуйста. Ну давай, быстро. Отлично. Ух, нифига себе, еще и ачивочка. 70% покедекса заполнено. А что, у нас друзей не было? Было, а почему тогда еще раз написала, что... То есть, почему тогда написала, что
когда мы его словили, то, что заполнился Покедекс. Бред какой-то. Так, ладно. Так, что, ребята? Я сказал, прокачиваем. Только не Тайфлоужена, а Хитмончана. Так, ему еще уровней 5. Если сейчас набьем, вообще офигенно. Так. Отлично, ребята. 5. Иви, Тентакул, Шайни Дроузи. Замечательно. Персен. Дроузи. Во, тебя как раз. Отлично. Так, ну, я говорю, таких тоже можно убивать, только потому, что потом на их месте могут какие-то другие зареспавниться. Так. Так. Ща, ребята, мы всех перебьем. Уже офигенно то, что у нас Иви есть. Нам остался кто? Пуригун, Мьюту и Райкваза. Так. Ты. И сюда. Первому столько урона наносили, а вот этому что-то вообще. Ну тут может немного меньше уровней, уровнем был. О! О, я сказал, о, убили. Так, давайте может выкинем, что нам, хотя при... Так. Кого я там кинул? Выкинул, точнее, Зурарк. Так, тебя. Ух ты! Еще раз бабашки. Бабашки тебе. Так. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Оп, еще Зурарк. Опа, снайпер. Почти. Почти. Это Мизуру вроде слышал. Да, но она нам не нужна. Так, вот ты. Какой там Хитмончан 49-й? Я не знаю, ребята, сможем ли мы до конца серии прокачать его к 50-му хотя бы. Сейчас посмотрим. Так. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Так. Ну, к 50-му, ребята. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. Вдруг. Вдруг. Ну ты что, прикалываешься? Так, отлично. Ладно, давай ты майнун. Точно, нам же еще, ребята, вот эти делать. Нам же еще Раркенди делать, сейчас как раз вспомнил. Так, и еще раз. Ну, Хитмончана, если мы прокачаем, ну, в принципе, потом еще и так Хитмон Ли там есть у нас, поэтому его тоже нужно будет прокачивать. Отлично. Так, ну давайте, ребята, тогда докачаем его до какого там? До 50-го как раз сейчас. Все? 50-й? Да, 50-й. Ну давайте еще, если вот этого убьем. Отлично. Давайте тогда еще вот этого замочим. Твою ж. И еще раз. Отлично. Так. Ну что, ребята, Тайфлоужен 55-й. Майнун 52-й, потом 51-й, 54-й, ну 40-й, да, Аэродактиль, его нужно прокачать еще. Хитмончан 50-й. В общем, нам еще нужно где-то 35, ну около 50 Раркенди, я точно считать не буду, но где-то вот так. Что, ребята, топаем домой. Вот так, отлично. Ребята, давайте еще поспим. Поспим, поспим, поспим. Вот так. Так. Ща пока вздрыхнет. Подождем. Отлично. И давайте на этом закончим эту серию, ребята. Не забываем. 150 лайков, новая серия еще сегодня. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем. Всем пока.